Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем наше мероприятие «День открытых дверей». Занимайте места. По эстетической гимнастике нашего университета Пальмира. Добрый день еще раз. Здравствуйте, дорогие гости, будущие абитуриенты и их родители. Мы, ведущие сегодняшнего мероприятия, заместитель декана факультета здоровья и реабилитологии, директор Центра тестирования и сопровождения спортивно одаренных детей Владимир Сергеевич Терехин. И начальник спортивного клуба университета. Приветствуем вас на дне открытых дверей Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесговта. В ходе мероприятия вы ознакомитесь с основными правилами поступления и обучения в нашем университете. Учебное заведение занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для отрасли физической культуры и спорта. Выпускники успешно работают тренерами сборных команд, возглавляют масштабные спортивные организации, являются руководителями международных проектов, занимают высшие посты в комитетах правительства Санкт-Петербурга и федеральных органов власти. У нашего университета богатая история. Учебное заведение, образованное в 1896 году Петром Францевичем Лесговтом, является одним из старейших физкультурных вузов России и Европы. 377 медалей Олимпийских игр завоевали лесговтовцы за все время существования и более 1000 наград, золотых наград на чемпионатах мира и Европы. А сейчас для приветственного слова мы приглашаем ректора университета Петрова Сергея Ивановича. Здравствуйте, уважаемые друзья, гости, будущие абитуриенты и родители. Мы рады вас видеть в стенах Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья. Первого вуза физической культуры в Европе. Единственного вуза физкультурно-спортивной направленности в северо-западном регионе. Единственного гражданского вуза, награжденного в годы Великой Отечественной войны, боевой наградой, орденом боевого красного знамени. Этот вуз прошел длительную и плодотворную историю. Участвовал в решении важнейших социально-экономических задач в северо-западном регионе и в России. Центральной из которых является сохранение и укрепление здоровья граждан страны, укрепление в том числе обороноспособности через привитие физическую культуру и спорта гражданам. Это вуз, имеющий богатейшие, колоссальные традиции в области подготовки высококвалифицированных кадров в области физической культуры и спорта. Мы готовим в настоящий момент тренеров-преподавателей по 59 видам спорта.
инструкторов по спорту, специалистов в области адаптивной физической культуры, менеджмента, спортивной журналистики. На уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры мы готовим и по другим направлениям подготовки, что дает существенные возможности в выборе будущей профессии, в очень важном жизненном выборе, с помощью которого вы в дальнейшем будете не только зарабатывать и укреплять свою семью, свой бюджет, но и помогать в развитии Российской Федерации. Я искренне рад видеть вас в нашем университете. Хочу пожелать вам, чтобы вы сделали правильный выбор и нашли в нашем вузе интересную и востребованную профессию, необходимую для нашего государства. Поэтому искренне желаю вам успехов в предстоящей приемной кампании. Но не только предстоящей приемной кампании, но и, наверное, в дальнейшем обучении в нашем университете, для того, чтобы вы вышли из нашего университета, получив диплом квалифицированного специалиста, способного решать множество задач, необходимых для государства. Спасибо! Самым многочисленным направлением в университете по количеству кафедр дисциплины и обучающихся студентов является направление физическая культура. Для того, чтобы познакомить вас с нюансами обучения на этом направлении, приглашается Дмитриев Игорь Викторович. Добрый день, уважаемые абитуриенты, гости. Рад приветствовать вас в стенах Национального государственного университета имени Лесгофта. Основным направлением подготовки в университете является направление спорт и направление физическая культура. Осуществляется подготовка по двум уровням – бакалавриат и магистратура. В бакалавриате по направлению физическая культура реализуются следующие профили подготовки. Это физкультурно-оздоровительная деятельность, менеджмент физической культуры и спорта, спортивные сооружения и индустрия. По направлению спорт обучение будет реализовываться по профилям тренерско-преподавательская деятельность в выбранном виде спорта и антидопинговое обеспечение в спорте. Цель профессиональной деятельности выпускника – это сохранение и укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, обучение и совершенствование разнообразным двигательным умениям и навыкам и связанных с этим знанием, развитие двигательных способностей, а также работа с учебно-методической и нормативной документацией. Исходя из вышеизложенного, на каких же должностях сможет работать выпускник? Это в первую очередь тренер, инструктор-методист, заместитель директора, директор, руководитель структурного подразделения, менеджер по антидопинговому обеспечению, научный сотрудник. Возможные организации, в которых сможет работать выпускник. Спортивные школы Олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки, центры спортивной подготовки, колледжи Олимпийского резерва, спортивные секции и клубы, фитнес-центры, санатории, детские лагеря, техникумы, школы, детские сады и многое-многое другое. В магистратуре по направлению спорт вы можете поступать на следующие профили. Это спорт и система подготовки спортсменов в избранном виде спорта, медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки, научно-методическое обеспечение спортивной подготовки. В магистратуре по направлению физическая культура следующие профили. Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта, комплексная реабилитация физической культуры и спорта, управление физической культурой и спорта. Основное отличие между квалификационными уровнями бакалавриата и магистратуры заключается в возможности магистра работать в высшем учебном заведении и тренерской деятельностью со спортсменами высокой квалификации и сборными командами, а также занимать высокие руководящие должности. В заключении своего доклада хочу обратить ваше внимание на том, что в Национальном государственном университете имени Петра Францевича Лесгофта вы сможете получить не только высшее образование в области физической культуры и спорта, но и совершенствовать свое спортивное мастерство, укреплять свое здоровье, изучать интересующие вас науки,
заниматься волонтерской деятельностью и многое-многое другое. А высококвалифицированные преподаватели нашего вуза, безусловно, в этом помогут. Делайте свой выбор, друзья. Хорошо подготовьтесь, ну и поступайте к нам. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, а сейчас перед вами выступает студентка кафедры теории и методики гимнастики по спортивной аэробике, ее специализации, Анна Прокаева. Спасибо большое за замечательный номер. В нашем университете проходит обучение по направлению подготовки адаптивная физическая культура. Это физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. О вступительных испытаниях, обучении на направлении, а также об огромной важности этой профессии вам расскажет Евсеев Сергей Петрович. Дорогие друзья, у нас не самое многочисленное направление, но это единственное направление, которое создано было здесь, в стенах нашего университета. И мы этим гордимся, потому что это, по сути дела, реальное продолжение идеи нашего основателя Петра Франча Лесгофта. Движение. Обратите внимание, я вышел сюда к вам не в халате и не со скальпелем, не с таблетками. Я вышел в спортивном костюме. Только движение может помочь и инвалидам, и всем лицам с ограниченными возможностями здоровья. С 95-го года мы развиваемся здесь, у нас есть и бакалавриат, и магистратура, и для очень талантливых аспирантура и докторантура. Три профиля в бакалавриате – это спорт адаптивный, это адаптивное физическое воспитание и физическая реабилитация. Конечно, есть еще и лечебная физкультура для бакалавриата, кто хотел бы более углубленно идти в систему здравоохранения. В магистратуре только три – спорт, АФВ и физическая реабилитация. Где работать могут наши выпускники? Вся система образования и коррекционного, и массового включает в себя возможность проявить себя нашим выпускникам. Это спецмедгруппы, это инвалиды, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Спорт, вплоть до главных тренеров сборных команд России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Ну и физическая реабилитация, поверьте, система здравоохранения ждет нас, поскольку мы действительно лечим движением, восстанавливаем движение. А это для человека самое главное. Вступительные экзамены очень простые. ЕГЭ по биологии и русскому языку, ОФП, потому что, еще раз, главное средство наше – это упражнение физическое. И, конечно же, теория физической культуры. Более подробно мы вам все расскажем уже другой обстановке. А сегодня еще раз, всех, кто пришел, молодцы, ждем вас в стенах нашего университета по направлению физической культуры для лиц с отклонением в состоянии здоровья. Welcome, добро пожаловать! Ой, в нашем университете...
В нашем университете мы обучаем специалистов для области физической культуры и спорта на всех этапах подготовки. У нас также есть направление спортивный менеджмент, спортивная журналистика, сервис и туризм. Для рассказа о профессиях управления в спорте, международном образовании и о том, как по окончанию бакалавриата получить второй диплом Европейского университета, мы приглашаем директора Института менеджмента и социальных технологий Волкова Александра Ивановича. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые родители, уважаемые абитуриенты. Мы рады приветствовать вас в стенах старейшего университета имени Петра Франковича Лесгофта. Я представляю Институт менеджмента и социальных технологий, который, кроме подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, готовит специалистов в сфере менеджмента, международных отношений, журналистики, туризма, государственного и муниципального управления. Сегодня физическая культура и спорт нуждаются не только в спортсменах и тренерах, но и в квалифицированных специалистах в сфере спортивного менеджмента, спортивно-оздоровительного туризма, спортивной журналистики, международных отношений. Именно таких специалистов в области управления физической культурой и спортом, способных обеспечить использование и развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, организовать международное сотрудничество и готовить институт менеджмента и социальных технологий. В состав института входит 4 кафедры, которые замыкаются на факультет управления международных связей. Профессорско-преподавательский состав института включает 12 докторов наук, 3 почетных работников в сфере трех работников высшей школы Российской Федерации, 40 кандидатов наук-доцентов. Важнейшим направлением являются международные контакты. Сегодня создано управление международного сотрудничества, в которое входит Центр международных образовательных программ, который позволяет нам выходить на программы двойных дипломов, устраивать всевозможные стажировки другими странами, в частности Финляндия, Швеция, Китай и так далее. Кафедрами используются мастер-классы и встречи с депутатами ЗАГСа, спортивными комментаторами, менеджерами в сфере физической культуры и спорта. Студенты проходят практики в спортивных федерациях, на телевидении, фитнес-клубах, издательствах, что позволяет студентам приобрести необходимые профессиональные навыки и найти работу по специальности. Наши выпускники могут работать в сфере государственной и муниципальной власти, органах, международных спортивных организациях, физкультурно-спортивных объединениях, спортивных федерациях, спортивных школах и вузах, средствах массовой информации, на должностях директора, главного менеджера, главного редактора, журналиста, корреспондента, обозревателя, руководителя структурного подразделения, ассистента, научного сотрудника, аналитика, методиста. Институт располагает все необходимые материально-технической базы, все аудитории оснащены мультимедиа. Вот, здание находится правее вот этой трибуны. После собрания мы рады будем вас видеть в аудитории нашего института и ответим подробно на все вопросы. Спасибо за внимание. Очень интересным направлением в нашем университете является спортивная психология. Осветит вопросы по обучению на направлениях психолого-педагогическое и педагогическое образование заведующая кафедрой психологии Хвацкая Елена Евгеньевна. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Спасибо за зонтик. У вас больше зонтик. Хотелось бы представить 2 направления, о котором уже ведущие сказали. Это педагогическое образование, профиль физкультурное образование, которое реализуется на самой главной теоретической кафедре нашего вуза, это теория и методика физической культуры. И чтобы вы не боялись такого словосочетания, сразу же хочется сказать, что помимо замечательных теоретических знаний, которые вы сможете получить не только на данной кафедре, но, соответственно, и на других кафедрах, предусмотрен очень большой объем практической подготовки.
Я абсолютно уверена, что вы совершенно замечательным образом убедитесь в том, что как это здорово уметь научить других людей, детей, подростков, и то, что они раньше никогда не делали. В частности, обучать тем или иным двигательным действиям. По данному направлению 440302, педагогическое образование, предусмотрен только уровень бакалавриата. И второе направление, которое было вам представлено, это психолого-педагогическое образование. Действительно, оно в большей степени связано со спортивной психологией. И, конечно, я абсолютно уверена, что большинство из вас в своей спортивной карьере но наверняка сталкивались с таким очень обидно было проиграть, или какое, возможно, необъективное судейство, или, возможно, какие-то нюансы, связанные с тем, что родители не поддерживали вас в ваших занятиях спортом, либо, наоборот, максимально вас поддерживали и думали о том, что образование это будет вторичным. Поэтому на данном направлении у нас бакалавриат психологии спорта. И, пожалуйста, вы можете продолжить свое обучение в магистратуре 440402 психолого-педагогическое образование уже по двум профилям. Первый профиль – это психолого-педагогическое сопровождение спортивно одаренных детей, который сейчас действительно очень важный момент – помочь не только выбрать вид спорта, но и помочь ребенку, подростку остаться в данном виде спорта и показать, что действительно это та замечательная сфера, в которой ты можешь быть самореализован, ты можешь быть уважаем и, самое главное, получать удовольствие от того, что ты сделаешь. И второй профиль, он более широкий, психологическое сопровождение физической культуры и спорта, который подразумевает большую, может быть, возможность трудоустройства и работы не только в спортивных организациях, которые осуществляют спортивную подготовку, в частных организациях, в частных клубах, фитнес-клубах. И вообще подразумевает, исходя из названия, помощь людям разного возраста, которые занимаются разными видами физической культуры. И, пожалуйста, я абсолютно уверена, что большая часть из вас действительно имеет непосредственное отношение к спорту. И поэтому, пожалуйста, быть спортсменом – это значит быть спортсменом не только в спорте, но и в жизни, и в учебе. Поэтому приходите к нам, и любое направление подготовки, которое вы выберете, действительно поможет вам стать лучше для себя и, соответственно, приносить пользу другим. Спасибо. А сейчас приглашаем с показательным номером студентов факультета единоборств и неолимпийских видов спорта. Встречайте! Thank you.
Очень здорово. Очень эмоционально, очень классно. И мы продолжаем сейчас для сообщения информации о правилах приема в университет. Мы передаем слово ответственному секретарю приемной комиссии Михайловой Елене Енверовне. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, зрители и гости нашего университета. Мы рады видеть вас в стенах нашего университета. Вот уже через месяц многие из вас принесут документы в приемную комиссию. Мы надеемся, что вы уже определились с направлениями подготовки и надолго свяжете с областью физической культуры и спорта. Приемная кампания 2022 года пройдет в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования и особенности приема в 2022 году. На основании указанных документов в университете были разработаны правила приема на 2022 год, которые размещены на сайте нашего университета в разделе «Абитуриенту. Приемная комиссия». Прием документов начнется традиционно 20 июня. Документы вы можете подать очно, приехав в наш университет, приемную комиссию, которая находится в главном здании нашего университета. И через сайт нашего университета дистанционно, через портал госуслуги и послать документы Почты России. Если вы решите подать документы через сайт нашего университета, то на главной странице нашего университета и на странице приемной комиссии будет размещена ссылка под названием «Абитуриенту. Подача документов», по которой вы сможете перейти в личный кабинет системы дистанционной подачи документов. Хочу заметить, что прежде чем подать документы в университет дистанционно, вам необходимо иметь полный пакет скан-копий, который вы должны будете прикрепить при подаче документов. Как я уже сказала, подача документов начнется 20 июня. Те, кто будет поступать в бакалавриат и сдавать дополнительные вступительные испытания у нас в университете, это поступающие на направление спорт, физическая культура, адаптивная физическая культура, педагогическое образование и журналистика. Окончание приема документов будет 11 июля. С 12 июля начнутся вступительные испытания. Те, кто поступает только по направлениям ЕГЭ, окончание приема документов будет 25 июля. Прием документов в магистратуру начнется с 20 июля по 22 июля. На сайте в разделе «Абитуриенту. Приемная комиссия. День открытых дверей» есть презентация, которая называется «Основные этапы приемной комиссии». Там дана вся необходимая информация. Все абитуриенты, кто имеет право сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметам у нас в университете, то есть русский язык, биологию, историю, математику, обществознание и литературу и творческое испытание по журналистике сочинения, вступительные испытания будут проходить в дистанционном формате с прокторингом. Для сдачи этих вступительных испытаний к нам в университет приезжать не надо. А вот профессиональные вступительные испытания для направления подготовки физическая культура, направление спорт, адаптивная физическая культура и педагогическое образование пройдут традиционно в очном формате на спортивных объектах нашего университета. На направлении подготовки бакалавриата спорт набор будет осуществляться на два профиля. Это тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта и антидопинговое обеспечение в спорте. Набор осуществляется на 59 видов спорта. Всего на направление подготовки спорт выделено 530 бюджетных мест на очную форму обучения и 136 бюджетных мест на заочную форму обучения. На направление подготовки физическая культура набор будет производиться на три профиля. Это физкультурно-оздоровительная деятельность,
менеджмент физической культуры и спорте и спортивные сооружения и индустрия. Всего выделено 60 бюджетных мест на очную форму обучения и 20 бюджетных мест на заочную форму обучения. На направление адаптивная физическая культура 35 мест на очную форму обучения и 30 мест на заочную форму обучения. На остальные направления подготовки бакалавриата бюджетных мест нет. Вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить в очном формате в стенах нашего университета. Расписание вступительных испытаний на сайте нашего университета появится 1 июня. Хочу обратить ваше внимание, что зачисление на программу бакалавриат будет только одна волна. Поэтому будьте внимательны при рассмотрении рейтингов. Зачисление в число абитуриентов производится по наличию согласия и наличия оригиналов документов в личном деле. Это очень важно, потому что предыдущие 2 года было только наличие согласия. Также хочу обратить ваше внимание, что в рейтинговых списках фамилия, имя и отчество указываться не будут. Идентификация будет производиться по номеру личного дела, которое будет присваиваться при подаче документов, и номеру СНИЛС. Да, это несколько неудобно, но это требует законодательства. При учете индивидуальных достижений бакалавриат учитываются максимальное количество баллов, это 10. И у нас в университете учитывается наличие спортивного звания мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта и наличие золотого, серебряного и бронзового знаков ГТО. Но необходимо предъявлять удостоверение. По приказу добавить 10 баллов мы не сможем. Поэтому заблаговременно позаботьтесь, пожалуйста, об оформлении необходимых документов. Один из часто задаваемых вопросов – это количество, какая сумма баллов, проходных баллов была в прошлом году. На направлении физическая культура на очную форму было 207 баллов проходные, на заочную – 185 баллов. На направлении адаптивная физическая культура 226 баллов на очную форму обучения, 190 баллов на заочную форму обучения. На направление спорт на очную форму обучения 195 баллов, на заочную форму обучения 176 баллов. В этом году был достаточно высокий конкурс на направление физическая культура на очную форму обучения. Конкурс был 7 человек на место, на заочную форму обучения 11 человек на место. На направлении адаптивная физическая культура, на очную форму конкурс был 9 человек на место, на заочную форму обучения 6 человек на место. На направлении спорт, на очную форму конкурс был 3 человека на место, на заочную форму обучения 4 человека на место. Минимальное количество баллов по русскому языку при поступлении на программу бакалавриата в этом году у нас 39 баллов. Биология 36 баллов, математика 27, обществознание 42 балла, литература 36 баллов, история 32 балла. Вся информация также есть на сайте нашего университета в разделе «Абитуриенту». Там вы можете увидеть правила приема, количество мест на бюджет и на вне бюджет, и минимальное количество баллов, и перечень документов. В достаточном материале, который у вас есть, есть вся эта информация. А сейчас вы сможете пообщаться с представителями набирающих кафедр по направлению подготовки. Представители кафедр вас пригласят на кафедры, где вам более подробно расскажут о правилах проведения вступительных испытаний. Спасибо за внимание. Ждем вас у нас в университете. Мы хотели еще отметить, дорогие гости, мы еще не закончили, что в университете проходит 2 подготовительных курсов по биологии и основам теории физической культуры, которые длятся 32 часа и проходят дистанционно. И это были последние курсы в этом году. Дорогие друзья, первая часть Дня открытых дверей подходит к концу. Мы благодарим вас всех за внимание.